С пробками на дорогах в Анапе, особенно в летний период, когда количество машин увеличивается в разы, наверняка сталкивался каждый. В ГИБДД к новому сезону намерены значительно облегчить жизнь автолюбителей. Движение на улицах города будет изменено. В конце прошлого года в тестовом режиме отрабатывали новую схему в районе Красной площади. Как прошел эксперимент и будет ли он внедрен, а также какие еще нас могут ждать изменения на дорогах, в нашем эксклюзивном интервью. Данное мероприятие было проведено лишь только с той целью, чтобы максимально увидеть самим, как говорится, получившееся движение. Данное движение имеет однозначно свои плюсы. Конечно, мы выявили и ряд недостатков, несоответствия параметров существующей сейчас дороги. То есть нами сейчас готовится предложение на собственника дороги, это как на муниципалитет наш анапский и на краевые организации. В ближайшее время по согласованию со всеми структурами данное движение мы планируем все-таки внедрить. По Витязево все-таки мы не оставляем это предложение по внедрению одностороннего движения на улице, на части улицы Черноморской, на части улицы Горького и проспекта Южного. То есть это все улицы, которые непосредственно у нас в курортный период создают нам огромное препятствие для движения. Также мы не оставляем без внимания улицу Новороссийскую в городе-курорте Анапа. То есть данный вопрос уже пропущен через комиссию по безопасности дорожного движения. И нами предложено и утверждено уже разворот ее в обратную сторону.